Простая и вкусная домашняя выпечка на скорую руку. Приготовить слоеный пирог с клюквой можно и к семейному чаепитию, и к приходу гостей. Берите на заметку рецепт, вкусный пирог из слоеного теста украсит любое чаепитие. Вместо клюквы можно взять любые другие ягоды или сделать ягодный микс. Выпечка простая и не потребует особых кулинарных навыков. Непременно попробуйте. Клюква 1 столовый кон, крахмал 2 столовые ложки, сахар 2-3 столовые ложек, тесто слоеное 250 грамм. У меня дрожжевое, яйцо 1 штука, желток, количество порций 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Тесто заранее достаньте и разморозьте при комнатной температуре. Ягоды промойте, откиньте на сито, чтобы стекла вся вода. Затем добавьте крахмал и сахар. Перемешайте, у теста срежьте немного края, чтобы получился круг, затем раскатайте по размеру формы, аккуратно перенесите и сформируйте бортики. Дно можно смазать маслом, присыпать мукой или застелить пергаментом. Сверху выложите ягоды. Подверните края к середине, смажьте тесто желтком и посыпьте сахаром. Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов около 25 минут. Слоеный пирог с клюквой готов. Приятного аппетита!